Свободно дышите. Лежите ровно, не двигайтесь. Больно не будет, не волнуйтесь. Так, одевайтесь. Если бы. Ну, то есть я имею в виду, что если бы это был рак, то хотя бы что-то было понятно. Снимки чистые. И ЭКГ, и биохимия крови, в принципе, тоже в норме. На антитела тоже проверили. Я даже не знаю, что вам сказать. Никаких ядов или токсинов тоже не обнаружено. Состояние органов в рамках возрастных изменений. Подождите, как 37? Точно. 37 лет. Очень странно. По анализам я бы вам не меньше 60 дала. Я такого, если честно, никогда не видела. Я могу, конечно, вам выписать какие-нибудь таблетки. Ну, обезболивающие, например. Вас боли беспокоят? А как вы относитесь к альтернативной медицине? Ну, нетрадиционной. Вы к шаману ходить не пробовали? Может, вас кто-то сглазил?